Проект «Гомельский район. Территория без наркотиков» реализуется по 5 направках. Усе яны накіраваны на одно – показать молодежи, что існуе шмат альтернатив для самореализации. И спорт – одна из них. Вот этой акцией мы лишний раз обратим внимание и родителей, и детей на то, что кроме каких-то негативных явлений, есть и хорошие занятия. Это спорт, это отдых, это культурно-массовое мероприятие. Традиционно у акции приняли удел знакомитые спортсмены. На этот раз запросили самбиста Евгена Семочкина и дзюдоиста Игоря Макарова. Их поспехи – добрый приклад для юнаков и девчат. Мероприемство распланировали так, как никто не застался без справы. У программе были спаборництва по волейболе, футболе и настольном теннисе. Так само можно было поспробовать свои силы в фигурном маджении велосипеда и карта. Выявили мощнейших у Спортланды. Самым маленьким показали спектакль, а с подлетками волонтеры одногодки провели тренинги. Ну, мы должны промотивировать других детей, чтобы они тоже были за здоровый образ жизни, за спорт и нет наркотикам. Что жизненные цели в первую очередь важны и что с наркотиками нет будущего. Проект «Гомельский район. Территория без наркотиков» различены на один год. Однако, по словам организаторов, он обовязково будет иметь протяг. Але махчима у иншем формате. Эта акция будет проходить и дальше, но уже может быть в следующем году по другому направлению. То есть это может быть музыка, искусство, сельское хозяйство, промышленность. То есть достаточно много людей, о которых нужно рассказывать. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».